Она сжала мою руку. Повелитель, когда узнал, так обрадовался. Вот значит, почему повелитель покинул свои покои. Госпожа, я вам говорила, Валиде поправится и снова к нам вернется. Я мечтаю об этом. А те, кто рассчитывал на ее смерть, пусть больше не надеются. Госпожа, Гюльфем Хатун, наш повелитель зовет вас. Правда? Да. Хорошо, иду. С вашего позволения. Вы будете меня провожать, Валиде. Я не уеду без вашего благословения. Валиде слаба, не стоит ее утомлять. Ей нужно отдыхать, не так ли, Дайе? Вы правы, госпожа. Доброй ночи, Валиде. Гюльфем Хатун, зачем тебя звал государь? Он советовался, кого назначить новым казначеем гарема. Но мои предложения он полностью отверг. Так никого и не назначили? Назначили, госпожа. Назначили. Новый казначей гарема – я. Хорошо. Поздравляю тебя, Гюльфем Хатун. Спасибо, госпожа. Желаю успехов, Гюльфем Хатун. Спасибо. Да поможет вам Аллах. Аминь. С вашего позволения. Дайе Хатун. Надеюсь, ты не откажешься мне помочь. Конечно, Гюльфем Хатун. Я к вашим услугам.